Добрый день, друзья! Вы находитесь на канале Незабудка Стайл. Меня зовут Лариса. И это видео будет посвящено теме детокс. Поэтому, если вам интересна эта тема, и вы уже смотрели все предыдущие видео, тогда оставайтесь вместе со мной на это видео. Итак, детокс. Пошел 6-й месяц моего эксперимента. Весь август фактически я сознательно не принимала протеин. Почему я так делала? Потому что я делала анализы, общие анализы состояния своего здоровья, и количество белка у меня было отличное, в норме. В общем, я подумала, что я уже очень давно принимаю протеин специально растительный, и думаю, что будет интересно, если я не буду его принимать. Я все еще улыбаюсь. Не страшно и не больно. Ну и анализы показали, буквально через 20 с небольшим дней анализы показали, что белка у меня недостаточно. И, в общем, все мои сомнения, даже если бы они у меня были, они бы развеялись, потому что с того момента, как я получила анализы, где у меня недостаточно белка, я уже открыла очередную баночку с протеином и опять вернулась к нему. Потому что я отлично знаю, как сложно восстанавливать дефицит белка в организме, насколько это разрушительно действует, какая там утомляемость появляется, и куча разных побочных спецэффектов. Поэтому решила больше не экспериментировать на эту тему и вернулась опять к своим 2 ложечкам протеинового порошка в день. Итак, итоги. Поскольку уже сейчас идет сентябрь, я хотела бы подвести итоги августа. Они, в принципе, в этом как раз таки заключались, потому что весь август я не пила протеин, не ела протеин. И, в общем, хотела отследить, ну, в общем, убедилась в том, что надо есть. Еще один из итогов августа, то, что фактически уменьшение веса у меня замедлилось на фоне дефицита протеина. Я так думаю, что из-за дефицита протеина, который сформировался. Но объемы все-таки продолжали уменьшаться. И, в общем, один из результатов – это то, что мне пришлось очень-очень сильно подработать свой гардероб. И утро теперь у меня начинается с того, что я сначала нахожу вещи, которые бы нормально, адекватно на мне сидели. И очень много что приходится ушивать, там, перешивать, в общем, если я не хочу расставаться с вещами. Но это такая веселая часть августа. А самое, конечно, актуальное сейчас, это уже идет сентябрь, и у меня планы на сентябрь вполне определенные, то есть я возвращаюсь обратно к протеину, все остальные витамины, то есть омегу, печень актив, это я все точно так же принимаю, мне очень нравится, и я добавила еще некоторые к себе витамины. И, в общем, расширила эту линейку. Решила расширить линейку, потому что, ну, мне интересно тоже посмотреть, что будет происходить с моим организмом. Я собираюсь в путешествие. И путешествие – это обычно такая довольно-таки стрессовая ситуация, потому что меняется вода, еда, в общем, ритм жизни. И я очень, ну, люблю путешествовать, но и не люблю, когда я себя плохо чувствую. Поэтому я так заранее позаботилась и несколько вещей новых приобрела для себя. В частности, собираясь в путешествие, я купила ланчбокс. Что я хочу с ним делать? Я хочу заботиться о том, чтобы я всегда ела именно ту еду, которая очень мне подходит, которая мне нужна. Еще я купила себе очередную, это уже не первый раз я покупаю, это бутылка для воды на 600 миллилитров. Она новая, я ее специально еще, в общем, не пользовалась ей, но планирую
брать ее с собой, чтобы всегда была с собой вода. Вот эта как раз бутылка мне очень нравится тем, что у нее две крышки, двойная крышка. В одну открываешь, когда заливаешь воду, а вторую открываешь, когда пьешь. Очень удобно, потому что, ну, широкий край, ее можно хорошо отмыть внутри. В общем, мне очень нравится эта бутылка. Естественно, что я беру с собой протеин. Конечно, я еду на достаточно большое количество дней, на 12 дней. Это примерно мне надо взять третью часть этой банки протеина. Я буду отсыпать, потому что упаковка очень большая для чемодана. Конечно, я буду брать с собой пищевые волокна. Ну, хотя бы одно саше на день, как минимум, может быть, даже больше. Конечно, коробку я упаковала уже... Где она? Вот. Уже упаковала коробку с витаминами. Здесь комплект на 12 дней. Но я знаю, что когда я буду возвращаться, через Харьков, там у меня тоже есть мои витамины, БАДы, то есть мне не обязательно возить с собой большое количество. Обязательно беру с собой массажер роликовый, потому что это часть моей утренней зарядки, ну, как бы часть моего утра, я никогда это не пропускаю. И что еще? А, и хочу взять в этот раз с собой концентрированный суп. У меня тоже есть такой суп, я его заказывала, кажется, тоже на Украине. И этот суп из натуральных овощей, чисто овощной. И его можно, ну, как перекус или даже как горячую еду, в общем, очень удобно брать с собой. Этот мой комплект такой, он займет где-то, наверное, пятую часть чемодана, я так думаю. Ну, ничего страшного. Зато я буду точно знать, что у меня все обеспечено, все мои потребности все будут перекрыты. Что еще хочу рассказать про планы на сентябрь. Вообще очень важно это сохранять позитивный настрой. Это далеко не такое легкое, простое, я бы сказала, дело. Казалось бы, ну что тут, ну, улыбайся все время, все будет хорошо. Но нет, жизнь, конечно, она вносит свои коррективы, добавляет нам каких-то ситуаций, каких-то раздумий о чем-то, да, каких-то напряжений. Но один из таких работающих лично для меня, я думаю, что для очень многих это тоже сработает очень хорошо, это не смотреть новости. Ну, я вообще не смотрю телевизор, и тем более новости. Потому что каждый раз, когда я смотрю новости, сохранить позитивный настрой уже практически невозможно. Не знаю, как на вас влияют новости, но не спешите говорить, что они никак на вас не влияют. Это неправда. Вот попробуйте прожить без новостей неделю или 10 дней. Когда вы вернетесь опять к просмотру новостей, вы посмотрите и почувствуете, как они на вас влияют. И как они мешают и сбивают вас с тех мыслей, из тех целей, которые вы ставите себе. И как они корректируют и вносят коррективы. И вы начинаете думать об этих новостях, вместо того, чтобы думать о том, что нужно вам сделать. И чего нужно достичь именно вам. Так что работать с позитивным настроем можно, но не могу сказать, что это легко. Конечно, это не означает, что я не знаю, что происходит в мире. Это не означает, что я игнорирую, что происходит в мире. Нет. Но когда-то сама себе я сказала, что мир надо изучать своими глазами, а не смотреть новости. Новости – это недостаточно, и это чужие глаза. Поэтому я предпочитаю изучать мир так, путешествуя по миру. Так что это вот моё очередная поездка в Италию, она именно тоже связана с позитивным настроем. Не могу сказать, что мне так легко уезжать из дома там, на 10 дней и более,
Нет, тоже, конечно, это связано с какими-то... Заранее надо что-то решить, подготовиться. Но я знаю, какая я возвращаюсь из поездки. Насколько у меня море воодушевления, какое у меня настроение, сколько у меня эмоций. И, конечно, если у вас нет возможности выезжать на длительный срок, можно устроить себе эмоциональную зарядку за течение одного дня. И хочу поделиться с вами тоже. Буквально 2 дня назад меня пригласили мои друзья, подруги на такой бьюти-девичник. И видео будет у меня на канале, ну, в общем, оно без комментариев, такое просто видеоряд веселый, можете тоже зайти посмотреть. Но чем хорош был этот девичник? То, что не я там выступала, хотя я там тоже чуть-чуть выступала, но немного, а тем, что там занимались мной. То, что мне делали макияж, мне делали фотосессию, это было очень весело, там вообще все девочки были очень в таком позитивном настрое, очень веселый, фотограф очень эмоциональная, тоже классная девочка. И в конце этого дня, ну это длилось там часа 2-2,5, в конце вот этих 2-2,5 часов мы все отметили, насколько это классный позитивный заряд. Когда ты уделяешь время себе и как бы в кругу таких же людей, единомышленников. Так что найдите свою вот эту вот нишу, свою возможность, где вы можете зарядиться позитивно. И тогда вот тема избавления от лишнего, да, детокс, это именно эта тема, избавься от лишнего, она будет и для вас тоже работать. В общем, я заканчиваю свое видео. Если вам интересна эта тема, присоединяйтесь в группу Detox Marathon. Она есть у меня в шапке на канале. Эта группа в Instagram. Если вам интересна тема продления красоты и здоровья, то вы можете присоединиться в мою группу Beauty Online Learning. Она тоже есть в Instagram. Ссылочка на нее есть в описании моего профиля на YouTube. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения и займитесь детоксом, избавьтесь от лишнего.